День первого президента отпраздновали и маленькие карагандинцы. В честь государственного праздника в детском развлекательном центре «Бегапарк» для них был устроен концерт, а также предоставлена возможность бесплатно покататься на всех аттракционах учреждения. Подробности у нашего корреспондента. В день первого президента в детском развлекательном учреждении «Бегапарк» было по-особому шумно и весело. Государственный праздник в таком масштабе здесь празднуется впервые. Отмечая его, мы отдаем дань уважения лидера нации, говорят организаторы мероприятия. Сегодня, благодаря выбранной политике нашего президента, наши дети получают огромное количество благ. Благодаря нашему первому президенту наши дети могут учиться, могут отдыхать. И сегодня центр отдыха «Бегапарк» проводит замечательный праздник, праздник-конкурс «Счастливое детство». На праздник были приглашены учащиеся школы искусств города Караганды, благодаря которым состоялся грандиозный концерт. Маленьким зрителям были представлены вокальные, хореографические, а также цирковые номера. Творческие дети показали все, на что они способны. В подобных праздниках они участвуют часто. Это интересно и увлекательно, говорят их воспитатели. Дети ожидают, конечно, дети, с одной стороны, осознают, что это праздник, конечно, государственный, важный, так как сегодня в нашем городе сам президент присутствует. И место концерта, проведения сегодняшнего концерта в таком замечательном развлекательном комплексе «Бегемот». Им это очень интересно. После концерта на территории «Бегапарка» всем детишкам была предоставлена возможность поиграть, покататься на любых аттракционах, какие они только могли пожелать. Словом, было сделано все, что они почувствовали настоящий праздник. Сегодня мы подготовили два танца – белорусскую польку и казахский танец. Мы пришли подарить вам кучу эмоций, кучу радостных всплесков. Праздник продолжался в течение всего дня. Дети довольны, и можно с уверенностью сказать, что сегодня подрастающее поколение всегда имеет возможность хорошо провести время, расти здоровыми, красивыми и счастливыми детьми. Анель Шалкарбек, Толя Генрашитов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский.